Перед вами модуль Hilo 3R, который был установлен в Toyota 2008 года выпуска взамен сгоревшего модуля. Ну, так все это выглядит. В общем, такая вот переходная рамочка из оригинальной шторки. Лампочка, естественно, не оригинальная была установлена для экономии. Приобретена в компании Autofull. Вот. Кольцо тоже не оригинальное, то есть оно уже наполовину рассыпалось. То есть экономия такая получилась довольно-таки сомнительная, потому что человеку в итоге ему свет не понравился, он приехал к нам переделать это все на наш ремкомплект.